Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы вяжем красивый джемпер с капюшоном. Значит, пряжа у меня, вот она, с Алиэкспресс. То, что там заявляют, что это какой-то кидмахер, это не кидмахер. Ну, в общем, вот эта тоненькая, 8 сложений у меня перемотанная эта пряжа, посмотрите. Ну, хотя на ощупь она достаточно такая приятная, комфортная. Вот, продается она по 500 граммов, вот у меня ушло эти 500 граммов. Начинаем, вязать мы будем в одном размере, потому что вещь такая оверсайз. До 48 размера она, даже до 50 размера она прекрасно подойдет. Вот. Ну, я думаю, если вы просмотрите это видео, вам не составит труда добавить 10 петель в ширину, потому что крой очень простой. И если вы совсем не совсем уж не новичок, а хоть один джемпер связали, то я думаю, вам это не составит труда. Вот, мой же мастер-класс будет для новичков, я постараюсь как можно подробнее все рассказать, показать, связать, вот, чтобы вы могли эту вещь себе сделать. Кто не новичок, ставьте на скорость 2, просмотрите видео, вся информация, вы всю информацию получите за время в 2 раза меньше. Вот, все, всем приятного просмотра. По поводу плотности вязания, доснимаю кусок видео, уже обнаружила в процессе монтажа, что не сказала про плотность вязания. Значит, в 10 сантиметрах 18 петель, это в ширину петель, и в 10 сантиметрах 20 петель, 20 рядов вверх, это по поводу плотности вязания. Если вы хотите этот же размер, который у меня, который находится между где-то 40-48, вот такая плотность, вы в нее должны попасть. По поводу пряжи, значит, так, спицы я не помню, сказала ли я про спицы, скажу еще раз, спицами я вязала 4,5 миллиметра спицы. Так, далее еще что хочу сказать по поводу пряжи. Совершенно не обязательно покупать вот эту вот пряжу, заказывать. Она у меня где-то, вот по ощущениям, я ее перемотала в 8 сложений. По ощущениям она где-то на 270-330 метров в 100 граммах. Я, видите, я путаю буквы. Вот. Вот примерно вот так вот, девчонки. Это чтобы попасть в ту же плотность этими спицами. Вот приблизительно такая. Либо ализе вот эти тонкие 500-600 метров в 100 граммах в 2 сложения. Вот. Мои рекомендации по пряже. Я понимаю, что заказывать не всем как бы хочется. И вот поэтому основывайтесь на вот эту вот как бы плотность пряжи, толщину пряжи. Вот. Ну все. Плотность вязания сказала, спицы пряжа сказала. Это то, что не хватало в видео, по моему мнению. Я уже, исходя из своего опыта, решила доснять этот кусочек, чтобы все было понятно. Начинаем мы вязать с рукава, девчонки. Вот, на рукав я набираю, я буду показывать, у меня есть отдельное видео, но я хочу, чтобы все было в этом, и вы не возвращались никуда, ни в какое видео. Набирать петли будем вот таким вот способом. Я сейчас положу прямо сюда, вам будет виднее на белом фоне. Значит, вводим спицу сюда. И вот таким вот образом. Значит, мы захватили одну петлю, вот так вот перехватывая, мы набираем эти петли. Оставлю ссылку под видео в описании на этот способ. Способ называется качели, и я набираю петель.
50. И вот сейчас я держу пальцем эти петельки и делаю узелок. Нам нужно, чтобы петельки не распустились. Если вы наберете обычным способом, все будет нормально, все тоже у вас получится, просто край будет не такой, а немножечко другой. Теперь первую петлю мы снимаем, вторую петлю тоже снимаем, не провязана нить перед петлей. Вот здесь вот важно понимать, где лицевая, где изнаночная. Вот сейчас вот очень хорошо видно, что это лицевая, ее мы провязываем. Далее изнаночную снимаем нить перед петлей, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И последняя кромочная изнаночная. Далее второй ряд вяжем точно так же. Там, где лицевая, мы ее провязываем, изнаночную снимаем, не провязанная нить перед петлей. Вот она, изнаночная, лицевая у нас, это та, которая была снята, мы ее провязываем, вот она. А та, которая в предыдущем ряду была лицевой, мы ее снимаем. То есть в предыдущем ряду она была провязана. Вот так мы вяжем два ряда, это для красивого края. Я же говорю, кому совсем непонятно, еще есть дополнительное видео подробное на этот набор петель, вы его пересмотрите, поставьте на медленный просмотр на 0,5 и просмотрите это видео. Если хотите вот этот, вот видите, он получается фабричный набор петель. Есть еще один способ набора, есть еще один способ набора петель, очень простой, сейчас я про него вспомнила. Вот, его тоже оставлю, у кого совсем не получается вот этот вот способ, воспользуйтесь тем, тоже край очень красивый получается. Так, два ряда мы провязали вот этой вот полой резинкой. Далее переходим на обычную резинку 1 на 1 и вяжем эту резинку. Вот она начинается у нас с изнаночной, далее лицевая. Теперь уже мы не снимаем петли. Далее вяжем 12 рядов резинкой 1 на 1. Итак, провязала я 12 рядов. Давайте будем мерить. Ширина этого всего у меня 22 сантиметра. Петель мы набрали, это 22 сантиметра. Высота 5 сантиметров. Сантиметров, 12 рядов резинки и 2 ряда полой резинки, то есть всего 14 рядов. Понятно этот момент, да? Всего провязано 14 рядов. Далее мы переходим на чулочную гладь. Это значит лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд, изнаночные петли.
Итак, я провязала 6 рядов чулочной глади. Теперь, начиная с 7 ряда, мы будем делать добавление. То есть вначале у нас провязано 6 рядов, далее в 7 ряду добавление, далее мы будем вязать через, добавлять мы будем через 5 рядов, 5 рядов в 6, и так, и так далее, 5 рядов в 6. Что это значит? Наверное, не совсем понятно нарисовано, но это значит, что вначале мы провязали 6 рядов, и 7 ряд после кромочной петли делаем воздушную петлю и вяжем до конца ряда. И в конце ряда, вот смотрите, мы не довязываем одну петлю до конца кромочную и делаем такую же воздушную петлю. Еще раз так вот сзади я захватываю и затягиваю, и последняя кромочная. Теперь вот это 7 ряд. Теперь мы вяжем вот то, что я писала, вяжем 5 рядов. Это будет изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И потом в 6 ряду, он у нас приходится на лицевой, мы делаем точно такие же добавления. И начинаем снова отсчет 5 рядов и в 6 добавлении. Вот. И таким вот образом мы вяжем наш рукав. Всего у меня вот этих вот добавлений 12 штук. Это я не считаю, я просто так говорю. Их 12 с этой стороны и 12 с этой. Значит, у нас плюс 24 петли к общему количеству. Здесь у нас 50. То есть в этой точке у нас 74 петли. 74 петли. Далее мы будем делать скосы, закрывая по 3 петли. Сейчас я все вам покажу. Всего здесь у меня провязано 78 рядов. 78 рядов. Вот. От резинки до вот этого вот скоса. И при этом добавлено 24 петли. По 12 с обеих сторон. Теперь мы будем делать окат рукава. Все очень просто, девчонки. Просто в начале каждого ряда мы будем сокращать по 3 петли. 1. То есть закрываем 3 петли. 2. 3. И вяжем ряд до конца. Вот я провязала, видите, здесь закрыла, провязала до конца, поворачиваю работу, и в изнаночном ряду точно так же закрываю 3 петли. 1, 2, 3. И вот таким вот образом буду вязать какое-то время. Вот все время закрываю в начале ряда и лицевого, и изнаночного по 3 петли. Вот, продолжаю вязать, при этом закрывая эти петли, не забываем в каждом ряду. Смотрите, закрыла я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раз с этой стороны и 9 раз с этой стороны. Вот, 9 раз по 3, 9 раз по 3. И осталось у меня здесь по центру 20 петель, которые я просто закрываю. Вот, закрываю все петли и ВТО. Обработка зависит от вашей пряжи. Вот для этой вот я выбрала намочить, разложить, потому что она в размоче,
она очень сильно тянется. Ну, после высушивания становится все на место. Так что не переживайте, в мокром виде это, конечно, кишка. Я не знаю, какой состав, вы же знаете, в Китае покупать, это лотерея. Какой состав этой пряжи, я не знаю. Кто будет ее покупать, тут имейте в виду, что она в мокром виде, как сопля, короче. Вот. Кто будет вязать из другой пряжи, то обрабатывайте по, как считаете нужным для той пряжи. Вот. Вот мой второй рукав, который я уже намочила, разложила. Вот он такой весь красивенький. И уже по этому рукаву я вам измерю его готовый размер, как бы. Значит, длина рукава вместе с резинкой, со всеми прибамбасами 50 сантиметров, то есть и с окатом. Вот, давайте сюда нарисую. И от начала резинки это 50 сантиметров. 50 сантиметров. Здесь у нас, да, ширина резинки. Перепроверим после намачивания. Была 22. Сейчас она у нас, ну, на 2 сантиметра растянулась. Сейчас она у нас 24. Вот. Я пишу здесь 24 после обработки. Так что вот учитывайте то, что оно растянется после намачивания на 1 сантиметр. И вот ширина здесь, в самом широком месте, 23, это значит 46 сантиметров. 46 сантиметров. Вот ширина рукава. Вот, девчонки, с рукавом мы закончили. Вот. С рукавом мы закончили и разобрали, как бы, основные моменты, которые мы будем использовать и далее. Это набор, резинка, сокращение. Вот эти вот сокращения у нас будут использоваться и на спинке, и на переднем. Итак, девчонки, теперь наша спинка. Ее я вязать не буду, потому что все нюансы, все как в рукаве, просто буду рассказывать и показывать. Всего петель у меня 110. На спину набрали 110 петель, все как на рукаве, вяжем 2 ряда по полой резинкой, потом 12 рядов, да, 12 рядов резинкой 1 на 1, далее переходим на чулочную гладь и вяжем ровно все 110 петель без изменений. Так, итак, ширина нашего полотна получается 60 сантиметров, даже 62 сантиметра, это у нас 110 петель. Вот, все как и было. Резинка 14 рядов, 5 сантиметров. Так, и далее чулочной гладью ровно. Если считать вместе с резинкой, то так, без резинки до скоса 55 сантиметров, с резинкой 60. Это даже проще, чем в руках. Здесь нам не нужно делать добавления, мы просто вяжем, далее делаем скосы. Так, 8 раз по 3 петли, точно так же как на рукаве, в начале и в конце ряда мы делаем, закрываем вернее, в начале каждого ряда мы закрываем по 3 петли, по 8 раз здесь и здесь. 62 петли остается здесь по центру, здесь у нас остается по центру 62 петли, вот, в конце, которые мы просто закрываем и ничего с ними не делаем. То есть вот это наше плечо. Поняли, да? А еще посчитаю ряды, сколько у нас до скосов. Так, всего здесь 110 петель от резинки до вот этого скоса. Так, теперь передняя деталь, девчонки. Переднюю деталь точно так же, все по этой же выкройке.
Мы набираем 110 петель, вяжем нашу резинку и вяжем ровное полотно. Так, и вяжем 80 рядов от резинки. Вот. 80 рядов до вот этого момента. Провязали мы 80 рядов, и теперь мы будем разделять наше вязание на две части, на горловину, вырез горловины. Для этого, девчонки, вот когда мы уже провязали 40 рядов, 80 рядов, вот все точно так же, все по вот этой вот схеме, такой же набор, как и в рукаве, все одинаково, девчоночки. Ничего не меняем. Теперь у нас 110 петель. Нам нужно закрыть центральные 10. Тем самым разделить вязание. Для этого мы вяжем 50 петель. 1, 2. Петель с этой стороны и 50, и теперь здесь у нас должно остаться 60 петель, из них мы 10 закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрим, вот они, 10 петель. Теперь здесь у нас 50 петель. 50 петель. Теперь мы вяжем вот эту вот часть, отделенную, эти 50 петель, 6 рядов. Вяжем сейчас 6 рядов, потом будем начнем делать убавление. Так, вот я провязала 6 рядов, девчонки. Вспоминаем наш рукав. Там мы добавляли, начиная с 7 ряда, мы добавляли по одной петле. Здесь же мы будем сокращать по одной петле, но по тому же принципу, через 5 рядов в 6. И вот начиная с 7 ряда, мы со стороны, с этой только стороны, ту сторону мы вяжем ровно, мы начинаем сокращение. Вот снимаем кромочь, вернее, в начале ряда мы провязываем 2 петли вместе лицевой. Вот. И вяжем ряд до конца. Далее еще вяжем 5 рядов, кроме вот этого. И начиная со следующего ряда считаем 5 рядов. И в 6 делаем точно такое же сокращение. И продолжаем таким вот образом. Вязать нашу полочку. Сначала одну, потом мы будем вязать вторую. И здесь у нас пойдет вот так вот сокращение. Смотрим, девчонки. Сейчас я довязала, если считать вот по рядам, то сейчас у меня здесь от резинки и до вот этой, я сейчас нахожусь вот здесь вот, у меня здесь 110 петель, я написала, рядов. Вот, от резинки. Чулочной глади, видите, здесь у меня сейчас на данный момент от вот этих закрытых петель 5 раз я сократила, это много я здесь нарисовала, значит 5 по одной петле до сюда, и здесь еще будет парочка. Значит, теперь когда мы уже на высоте 110 рядов, здесь мы продолжаем делать то же самое в каждом 6. Вот сейчас как раз у меня пришла очередь сокращать петлю. Сокращаем. То есть это уже 6 моя. Вот сейчас я вам покажу. Вот 1. Здесь видно 2. 3. 4. Ой, это 5. Это 5. 5. А 6 будет потом.
вяжу до конца ряда и со стороны скоса, вернее сказать, со стороны рукава мы будем делать такие же скосы, как и на спинке, то есть закрывать по 3 петли 8 раз, как здесь. Все точно так же, как на спинке. Так, довязала до конца ряда. Поворачиваюсь, и вот со стороны ровного края, не горловины, а, то есть, понятно, да? Мы будем делать этот скос. Закрывать по 3 петли. Раз, два и три. И вяжем ряд до конца. И таким образом каждый изнаночный ряд мы закрываем по 3 петли. В лицевом ряду мы делаем в каждом шестом одно сокращение, а здесь в каждом изнаночном по 3. И продолжаем, пока не сделаем 8 сокращений. Вот, смотрите, мои 8 закрытий по 3 петли. Здесь еще 2, то есть 7 раз у меня. 5, здесь 5, и здесь еще 2 всего. 7 петель по 1 петле. И в итоге у меня здесь осталось 19 петель, которые я точно так же, как на спинке, закрываю оставшиеся петли. Так, вот я провязала 6 рядов. Видите, вот у нас осталась та правая полочка здесь, и мы сейчас на левую. И вот получается, что в изнаночном ряду мне нужно закрывать. Что я и делаю? Лицевую провязываю 2 петли вместе. И все. И вяжу далее. И через, опять же, этот ряд до конца, еще 5 рядов без изменений. И в шестом ряду снова он у нас будет изнаночный, я сокращаю. И так далее. Так, вот. То же самое, я сейчас остановилась в том моменте, где я, у меня от резинки 110 рядов. Теперь все то же самое повторяется, только на изнанке, как бы. Снова пятый раз я делаю сокращение, вяжу до конца ряда. То есть это, опять же, я нахожусь в этой точке, где я буду делать вот эти вот, уже начинать делать сокращения для плеча. Вот, и теперь все точно так же, только в лицевом ряду я закрываю по 3 петли, а в изнаночном по 1 в каждом лицевом ряду, в каждом изнаночном ряду, в каждом шестом ряду. И потом оставшиеся здесь у меня будет тоже 19 петель, которые я закрою. Итак, девчонки, последняя наша деталь — это капюшон. Значит, для него мы набираем 170 петель. Вот я уже набрала и провязала. Петель очень много, и показывать здесь неудобно. Ну, по сути, показывать особо нечего. 170 петель, все тем же способом, которым мы набирали рукава, где мы учились. Но провязала здесь полая резинка не 2 ряда, а 4. Вот... что набираете этим же способом нашим петли, и 4 ряда вяжете полой резинкой. Далее 18 рядов чулочной глади. Итак, значит, здесь у нас 18 рядов и 4 ряда полой резинки, да?
Далее у нас пойдет вот такими вот ступеньками вязания. Что это значит? Сейчас я вам все расскажу. Далее мы вяжем эти ступеньки. А ступеньки мы вяжем. Так, итак, вот эти вот ступенечки мы вяжем точно так же, как мы вязали на рукаве скосы. То есть закрываем по 3 петли. 1, 2, 3. И вяжем до конца ряда. То есть в каждом ряду мы будем закрывать, в начале каждого ряда будем закрывать по 3 петли и в лицевых рядах, и в изнаночных рядах. Так, довязали до конца ряда. И с изнанки точно так же. 3 петли. 1, 2 и 3. И вот они наши 3 петли. То есть в начале каждого ряда мы закрываем по 3 петли. Сколько раз? Попозже вам скажу, когда буду знать. Итак, девчонки, что же, как же у нас выглядит сейчас вот этот вот наш капюшончик? Вот таким вот образом. Вот здесь у меня 11 сокращений, и здесь 11. Смотрим. 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А это значит, что мы везде по 11 раз по 3 петли. Здесь у нас то же самое, 11 раз по 3 петли. Это значит, что здесь у нас 33 петли сокращено, и здесь у нас 33 петли сокращено. Далее здесь мы вяжем ровно, при этом по центру, да, всего у нас 170 петель минус 66. Сейчас у нас в данный момент должно быть на спицах 104 петли. 104 петли. Итак, что же мы делаем? Теперь нам нужно вязание разделить вот пополам. Ровно в центре мы будем 3 петли вместе провязывать. Так, а здесь вот у нас будет 2 петли. Конечно, не очень понятно я нарисовала, но сейчас, я думаю, вы все поймете. Значит, так как число петель у нас нечетное, либо нам нужно, так как число петель нечетное, сначала мы провяжем 2 петли по центру, и далее эта петля у нас становится ведущей, которая будет как бы центральная в наших сокращениях. Значит, делим пополам наше число 52 петли и вяжем 52 петли, вернее 51, и одну не довязываем. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 48. Итак, 50, 51 и 52 петля, и следующая 53. Третья, но с этой половины она тоже 52. Мы провязываем 2 петли вместе. Вот 51 петля, 2 петли вместе, и здесь остается 51 петля. Вот эту петлю мы можем пометить маркером, мы можем просто визуально ее не потерять. Ну, то есть как вам удобно. Вот сейчас у нас снова до конца ряда 51 петля. То есть вязанием мы этой петлей разделили пополам. Девять, 50, 51. Итак, изнаночный ряд вяжем без изменений.
Итак, наш следующий ряд смотрим. Вяжем до середины, там где было наше сокращение. Вяжем без изменений. Так, итак, вот видим по центру вот наша петля, которую мы здесь, вот видите, провязали две петли вместе. Теперь мы ее оставляем центральной, одна петля до нее и одна петля после нее. Теперь меняем местами первую и вторую петлю, то есть вот эту вот, которую мы провязали две вместе, мы ставим поверх первой петли и провязываем 3 петли вместе лицевой. Вот таким вот образом эта петля у нас осталась по центру, и по одной петле у нас сократилась слева и справа. И так далее, девчонки, вот таким вот образом мы делаем сокращение далее, продолжаем. То есть в каждом ряду, в этом месте, вот эта петля по центру и по одной петле от нее провязали 3 вместе, при этом поменяв эту петлю, поставив на место первой, как я показала. Вот таким образом у нас в каждом лицевом ряду будет сокращаться по одной петле, то есть по центру мы будем провязывать по 3 вместе, и одна петля будет сокращаться с этой стороны и с этой стороны. Это я так образно сокращение. Вот таким вот образом продолжаем наше вязание. Так, девчонки, видите, вот она моя средняя петля, и вот они мои сокращения. Сейчас я вам скажу, сколько раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 раз по 3 петли я провязала. Это при том, что я не считаю эти 2 петли вместе, в начале которые мы провязали, значит, по 3 петли 11 раз. То есть я провязала 22 плюс 2 ряда, там где 2 петли вместе, 24 ряда высоту вот здесь вот у меня. И сейчас все петли закроем, ну, особым способом. Значит, вот здесь у меня 24 ряда после, видите, вот этого прямого вязания. Теперь мы закроем эти петли при помощи крючка и одновременно сошьем эту деталь. Значит, для этого мы сначала довяжем половину всех петель до центра вязания, до середины. Такой полуряд провяжем. Так, вот мы довязываем до центра. Видим, вот она наша центральная петля. Ее мы снимаем на крючочек. Вот так вот вязание складываем пополам. Перепроверьте петли, чтобы у вас было одинаковое количество на обеих спицах. И сейчас мы будем закрывать эти петли при помощи крючка. При этом вот центральная петля у нас на крючке, и мы будем брать по одной петле с каждой как бы спицы. Одну петлю отсюда, одну петлю отсюда. И 3 вместе провязываем крючком. Снова одну петлю отсюда, одну отсюда. И провязываем. Обязательно это должно быть у нас на изнаночной стороне этот процесс происходить. Так, вот последние мои петли, здесь обрезаем нить. Закругляемся. Все, вот такой вот у меня получился, смотрите, шов. Вот это не смотрите, это все заправлю, потому что это остаются от перемотки 8 сложений нити, вот такие вот косяки. Вот, вот такой вот капюшон. То есть получается, что мы вязали сюда, а здесь вот, вот мы его сшили. Итак, с лицевой стороны это выглядит вот так вот. Сейчас ВТО, в моем случае намачивание, раскладывание,
Дополним, что я делала. В вашем случае зависит от того, какая ваша пряжа. И обрабатываем и будем собирать в кучу. Перепроверим. Вот у меня уже постираны и высушены все детали. Хочу еще с вами перепроверить капюшон сантиметром, просто чтобы вы понимали. Значит, длина у нас сейчас, понятное дело, вот видите, он сложен пополам здесь, то есть в сложенном виде он у меня 50 сантиметров, то есть 1 метр вот здесь вот, и глубина его до сгиба 27 сантиметров, чтобы вы понимали. Значит, здесь 100 сантиметров, это в петлях у нас. А здесь у нас сгиб, да, это нам понятно. А вот здесь вот глубина его 27, да, я сказала, 27 сантиметров. Нет, глубина же у нас, вот видите, что я говорю, вот она глубина, 27 сантиметров. Так что вот эта линия, видите, короче, полностью глубина, вот, 27 сантиметров. Понятно. Теперь мы будем все это дело собирать. Это я для чего говорю, чтобы вы ориентировочно понимали, как бы на что основываться. Первым делом, что мы делаем? Мы берем нашу спиночку, рукава капюшон пока откладываем. Я беру спинку, кладу ее изнанкой на стол и беру переднюю деталь и лицевыми сторонами складываю заднюю и переднюю деталь и сошью боковые, ой, плечевые швы. Вот они, один плечевой шов со скосом, да, и второй плечевой шов тоже со скосом. Вот он, и здесь у нас останется вот эта вот горловина. Сшивать буду толстой иглой, можно крючком, девчонки, кому удобнее. Смотрите, выбирайте ваш способ сшивания. Кто у нас опытный, может открытые петли. Я показываю для новичков, поэтому мы сшиваем, как в первом классе, как я люблю. Итак, вот здесь вот, где у нас скос, все совмещаем, у нас одинаковое количество закрытых петель для скоса, то есть все вот эти вот ступенечки мы просто совмещаем и начинаем шить. Шить мы будем ровно, конечно же, не ступенечками, просто ступенечки совмещаем для того, чтобы у нас нигде ничего не перекосило. Сшиваем. Есть одна половинка, вот эту нить закрытия мы все, где что мы видим, какие ниточки, все продеваем, делаем красивую аккуратную изнанку. Вторую половинку точно так же смещаем, все хорошенечко смещаем, совмещаем, а не смещаем, и пришиваем.
Вот наши плечики. Если развернуть, посмотреть, вот так вот это выглядит. Все очень классно. То, что нам и нужно было, вот такое вот спадающее, как бы, спадающее плечо. Вот, теперь мы отложим это на секунду и обратим наше внимание на капюшон. Вот, он сложен вот таким вот образом, вдвое, да? Оставлена, которую я возьму, да, и использую. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать такую своеобразную заготовку. Вот так вот наш капюшон выглядит, да, в естественном виде. И нам нужно сделать запах справа налево. Вот таким вот образом. То есть подготовить эту деталь мы накладываем вот здесь, вот деталь на деталь. Теперь совмещаем вот с нашим вот этим вот вырезом, видите, вот наш, там, где мы закрывали 10 петель. Вот, он должен у нас соответствовать этим 10 петлям. Вот как раз у нас так и получается. То есть, складываем эти две детали. Вот смотрите, изнанка вниз, лицо вверх, и здесь изнанка вниз, лицо вверх, то есть здесь изнаночная сторона ложится на лицевую сторону. Здесь мы оставляем зазор для вшивания, и соответственно здесь у нас остается где-то сантиметр, а вот это вот пространство между этими сантиметрами мы такими крупными стежками просто подготовим, просто соединим, чтобы потом нигде ничего не потерять. Вот за вот эти вот кромочные я соединяю это все. Вот здесь вот тоже смотрим, хорошенечко прикрепляем кончики, чтобы тоже у нас нигде ничего не вылезло. Ну и увожу как бы иглу на вот этот вот угол. Значит, теперь что мы делаем? Вот сейчас я все буду вам рассказывать. Так, не так. Значит, вот у нас вырез передней детали, да? Лежит она у нас изнанкой. Туда, сюда лицом. Берем мы вот эту вот нашу заготовку. И лицевой, лицом как бы совмещаем вот здесь вот с этими закрытыми петлями и пришиваем. При этом вот оставляем вот этот вот уголок свободным и этот свободным. То есть этот уголок у нас уже уходит на основную деталь. Мы пришиваем только по вот этим вот 10 петлям вот эти вот совмещенные петли наши. Вот они, видите? Дальше у нас идет полотно и вот этот вот хвостик. Я надеюсь, вам понятно. А вот это вот место я пришиваю. И пришиваю хорошо так. То есть здесь у нас, по сути, три слоя. Два слоя капюшона и один слой джемпер. Вот этот вот, смотрите, кончик. Очень хорошо его закрепляем. Так, есть. Смотрите, видите, у нас получается, вот сейчас мы вот эту вот захват, который зазор, мы пустим в шов, и здесь тоже. И у нас получится очень красивое такое оформление вот этого вот капюшона, горловины, шальки. Очень-очень красиво потом все получится. Теперь смотрите, где мы находимся здесь. Теперь я беру, поворачиваю вот это вот все дело.
вот эти вот, где по 3 петли, вот до ровного вязания нам надо эти петли совместить с плечевым швом. Вот, видите? Там, где у нас вот эта часть капюшона, где идут сокращения по 3 петли, и далее они закончились, и здесь вот ровная часть, вот там, где закончились эти по 3 петли сокращения, мы совмещаем с этим вырезом горловины. И пришиваем. Это самый такой ответственный этап, да, капюшон, вшить капюшон. Далее уже все просто. Я вот покажу, как капюшон, а рукав уже, да, я думаю, у вас уже все вы умеете. Вот я дошла до плечевого шва. Теперь вот по задней части капюшона у нас, да, здесь мы сшивали крючком, и вот видите, вот это ровная часть, и опять у нас пошел скос капюшона. Вот этот стык сокращений и ровной части мы совмещаем со вторым плечом и вшиваем заднюю часть капюшона в спинку, вот от плеча к плечу. Так у меня разрядилась батарейка. Я не знаю, видели вы, что вы там видели, что вы не видели. В общем, я пришила вот заднюю часть. Я надеюсь, вы это видели. Да, и теперь у меня осталась вот эта вот одна. Там, где убавление, вот этот вот клин. То есть ровная часть у меня идет по спинке, по переду идет вот эта вот косая часть. Я ее пришиваю. Если вот так вот разложить, посмотреть, то что у нас получается? У нас получается уже вшит капюшон вот таким вот образом. Вот. Это у нас изнанка. То есть вот эта часть капюшона, где у нас закрывалась по 3 петли, она у нас идет до плечевого среза. Та часть капюшона, которая у нас ровная, у нас идет по спинке. Все. Почему? Вот поэтому один размер, потому что я не знаю, что-то я не то, что не захотелось, не было сил у меня слишком много всего рассчитывать это все и просчитывать, поэтому решила вот так вот один размер сделать. Так, и здесь вот так вот это выглядит.
еще оно уляжется. Можно немножечко здесь смочить и дать подсохнуть, чтобы вообще улеглось как бы как положено, да. Ну, должно сидеть вот здесь, вот в этом месте прекрасно. Вот такой вот шалевый капюшон. Вот. Далее, что мы делаем? Далее уже все очень просто. Я просто объясню. Пришиваем рукава. Вот у нас плечевой шов. Рукав мы складываем пополам. И от середины, середину совмещаем с плечевым швом. И пришиваем сюда и сюда. Вот. Далее складываем и сшиваем рукав и боковой шов. Вот, в принципе, и все. Ну, в смысле, в сборке. Я сейчас это все сошью дело. Все. И далее вам покажу. Тут самое страшное было, самое как бы такое. Самое такое неприятное, вот это вот наш капюшон. Еще намочить, разложить вот эту вот часть, чтобы она приняла форму. Так. Так, девчонки, вот он мой результат. Вы знаете, фотографировала на себе, начинаю появляться перед вами с лицом. Вот, ну, не в этом суть. Сделала я разрезы, то есть резинку я не сшивала. Что хочу сказать по итогу, девчонки, вещь получилась мягкая, приятная, комфортная. Я люблю такие большие, теплые, объемные вещи, поэтому я довольна. Вот по размеру, как я уже говорила, оверсайз, и я ношу 44, вы видите, что там до 48 легко, от 40 до 48 легко мы можем как бы варьировать эти размеры, эти как бы расчеты. Ну, уменьшить можно за счет плотности вязания, увеличить тоже за счет плотности вязания, но что я бы не делала, потому что уже достаточно маленькое, ну, как бы достаточно рыхлое вязание. А уменьшить легко вы сможете, то есть на подростка можно уменьшить при помощи плотности вязания, ну и выбора пряжи. Вот, девчонки, я думаю, так, по моему мнению, вещь удалась. Вот, что думаете вы? Все, на сегодня все, девчонки, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока.